Ребята, всем огромный привет! Я снимаю вторую часть посылки, потому что первую часть зрители не очень хорошо приняли, начали писать, что это мама якобы выслала посылку, что я сам ее собрал. Вот, поэтому я вам вторую еще себе посылку одну собрал. Хочу вам показать для тех, кто не понимает. Вот смотрите, видите, совсем не на итальянском написано, и никак мама не могла это купить. Но я думаю, нормальные умные люди, кто знает язык, они прекрасно поймут, из какой это страны посылка. Ну, в принципе, я не буду рассказывать, с какой страны. Этот человек мне сделал подарок даже к моему дню рождения тоже. Вот. И тут два стула. Я уже рассказывала. Это моя родственница и зрительница, которая смотрит мое видео. Она увидела, что мы купили туда стул. Стол большой, и говорит, у нас есть еще стульчики, и я бы хотела вам сделать спасибо огромное. О, смотрите, такой вот стульчик, он по цвету почти подходит, как вот эти большие. Тут есть инструкция, видите, я сейчас постараюсь его как-то сложить. А ну что это? Ага, его надо складывать, да? А тут какие-то надо шурупы. А ну, Вильчик, тикай, тикай, тикай. У меня сегодня оператор Юля. Ну, Ола закатывает. Помимо Юли, наверное, я буду звать сейчас папу. Ага, вон там шурупчик. Потому что, видишь, тут есть шурупы. Такие вот шурупы в этом. И надо вот такой вот ключик. А ну, сейчас, жми на стоп. Мы на помощь Виталика позвали, потому что сами не можем. Ключика нет, да? Ага. Вот, дивись, вот бачу, такая кисло. А, вот ключик, давай, я кажу, Виталик, тебе есть ключик? Ну, вижу, внутри. Ну, давай, шурку там след будет. Вот тут такие, смотри. А ну, Вилли. Вот это боковушка, я так понял. Ну, вроде бы, да. Есть инструкция. Нам надо инструкция. Подожди, это низ, вверх. А, вот, смотри. Два. Это зал. Это задняя часть. Вот. Это задняя часть. Вот видишь, даже не на нашем написано, кто говорит, что это мама выслала с Италии. Это совсем не с Италии. Это задняя часть. Подожди, а куда? Просто вставляете. Вилли! Уйди! Вильчик, иди ко мне. Иди ко мне. Может, я так подоверну? А, видишь, а тут еще такие, как трубочки, смотри. Ну, его же как-то стянуть надо. Ну, тут он только есть, тут шурупы, гайки такие. И видишь, вот это как-то надевается вот тут. Вот по схеме. Первое. Боковушки. Вот одна, вторая. Кожу подержишь? Да, давай, давай, давай. Что надо делать? Одна, вторая. А где же там гайки эти шурупы? Да, вон они ниже должны быть. А, это на ножки только, да? Угу. Ага, это получается просто сюда. О, вот так вот. И что, оно вот так вот просто держится на эти? Вроде да. Она меньше называется. Так, первое сделано, второе. Второе. Что, честно просто поддерживается на этих штуках? Оно же должно как-то... Это. Я пользуюсь моментом, пока Виталик собирает, быстро стой, открой. Это то же самое. Такой же одинаковый стульчик. Такого же цвета. Две коробки. Это было 85 килограмм. Кто не смотрел предыдущие видео. И еще один такой же. И сейчас я постараюсь один деталик сложить. Их два, да? Ага. Сейчас я пока... Так хорошо, бач, ленточка за это. Виталик, слажи. Что ты брал? Две боковушки. Боковушку, боковушку и сидушку. Да, правильно.
Чтобы понять, где тут боковушка. Боковушка. Давай, ну поможи мне, давай. Сам наведи, помогай, Коля. Надо так сделать, как Виталик. Вон Виталик уже собрал стульчик. Две боковушки. Я не чудил, ой, какие стулья хорошие. Прям вообще похожи на те, да? Да, ну мне боковушки можно найти. Но боковушку откуда? Давай. Ну вот же боковушки. Вот это боковушки. Вот. Вот. Это боковушки. Вот там смотри, Виталик как-то вот сюда. Вот это ухо. Тут есть дырочки, вот рисовый, вот, да. Да, бумажечки надо снять. У меня наклейки, вот дырочки специальные. Ага, бумажечка. Это да. Передняя, вот. Передняя тоже должна быть дырочки. Так, и теперь сюда. Нет, дырочек, думаю, тут что-то дыра. Хай вот это сюда. Давай их там сюда. Давай, так. Вот так. Вот так, Виталь, правильно мы надели чинить? Да. Да, правильно, да. Только надо другой стороной, да, его перевернуть? Взять его спинку, да? Ага. Вот так. Держу. Я боюсь, что трогать. Ужас. Это опять, что я без руки, косорукой. Она может за счет того, что стягивается, да, с двух сторон, да, да, поэтому она и держит. Снизу, сверху не стягивает. Вот, Андрей, смотри. Вот это даже... Ну, глянь, ты бачишь, Виталик раз, два, у него уже рука набита. Я так первый раз собираю, Коля. Так, кстати, Виталик, одна зрительница у меня взяла твой номер телефона, они там с мужем какую-то мебель хотят на кухню купить. Я дал твой номер. Ну да. Что, что, прижать? Да. Скажи, куда я буду жить? Не, ну это большая. Ну, бачишь, тебе хорошо, в тебе широкий нот. Ну, или ну, я бы собирался отвертку три часа. Ой, что, так, уже здесь вот. Коль, так вот под... О, да, 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 да. Да. Готово. Время засекал. 2 минуты. Хлав, ставишь? Виталик, золотые руки. Может, мне сначала сесть? Я соберу. Ой, отлично. Ты на второй стульчик сядешь. На второй, да? Так удобно, похожие, как вот у тебя. И они по цвету подходят. И мы их так поставим с двух, ну, сторон. Я считаю, что проверять надо на тебе все-таки более. Да? Ты больше по весу всех. Ну, давай. Я, ну, вроде так, не упал. Я так боюсь, чтобы ноги пробовали. Может, там надо почитать в инструкции, сколько там грамма рассчитано. А, по весу не знаю. Может, мне нельзя садиться? Может, там 100 и все? Ограничения по весу? Не на нашем языке. А на каком? Не на нашем? Английский, шведский какой-то. Вот на английском читай. Что ты английский не знаешь? Thank you for choosing. Помоги Виталику. Все-таки видишь, что мама тяжело. Я же говорю, что я приехал, это не ты. Так, что дальше? Дальше вниз. А, я начал заднюю часть. Это что? И те, наверное, тоже так собирались, да? Mm-hmm. Те, которые мы покупали, да, уже в комплекте было. Видишь, как оно все просто. Да, 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 да. Мильчик. Тебе хороший широкий нос, на кого его хватает? Один. А, другой, да? Да. Папа тоже какие-то такие маленькие. Да.
бы хорошее. Я думаю, красиво было. Я думаю, было бы опять вот все бы так вот вернить. Или так, как ты кажешь. Вот так, оно на улице можно и так. Смотри, оно так закрыто. И оно все так вот так, да? Пофетичить. И вниз. Колесо бы вышло бы все. Сюда, Юля, теперь надо подушечку тоже красиво бы было. Я имею в виду только отсюда, не отсюда, только отсюда. И было бы красиво, правда? А где ты будешь бачить там? Там видно. Да, ну, ты знаешь, классно было, что оно... Винь! Не жри бумагу! Я думаю, да, что если оно... И там какие-то штуки, какие-то дай там, а все. Я много заходил, знаешь, где вина, да? Мне нравится, красиво. Красивые стульчики. Плетенка. Спасибо вам велико. О, Виталик, давай, ты приседай. Я? Ты попробуй перший. Удобно? Все, я тут буду сидеть. Только надо это... Царь, знаешь? Что же купить эти подушечки? Классный, да, Самир? Классный. Да. Иди, Самир, ты садитесь. Тоже. Спасибо, Виталий. Пожалуйста. Короче, стулья вообще под цвет тех. Да, и они такие, знаешь, маленькие как раз подойдут туда. Удобно. Спасибо вам великое вообще, просто классно. Хорошие. Давайте сейчас попробуем. А, там сейчас разговариваем. Оно темно. Да, очень классно. Ну, хорошо, смотрите, да. Какие. Как раз там 4. Да, и они как раз по цвету туда подходят. Мне вот. Даже не больше нравится. Как раз 6 штук будет, да. Те маленькие, аккуратные. 6 штучек будет, да. Как сильно сидишь. Еще я хочу показать. Легкие. Помимо этих стульев. Они прочные. Еще есть вот такое маленькое ведерочко. А где ножичок был такой? Вот это... Вон, Коля, собачьи кубики. Вот. И здесь тоже что-то есть, потому что я же все открыл и написано. Осторожно, стекло. Что значит стеклянное? Может что-то стеклянное. Тоже видите, как хорошо аккуратно запечатано все. Видно, что человек с любовью запечатал. Что-то цей ножик. На резьбе абсолютно. Уже, наверное, такой надо поменять резьбу. Надо аккуратно, чтобы не сломать, потому что, знаете, здесь написано «Слигло». Кстати, пакет «Слигло», кто заметил? Видишь? Лидловский пакет. А ну что так? Где Барс? Это как стаковка. Ого. Да, я бы замотана. Угу. 5 пакетов. Это это? Ну, не знаю, давай сейчас посмотрим. Осторожно. Еще один пакет. Еще один кулер. А, это для унитаза. А что стекло? А, это ёршики, да? Это с двух сторон такие, смотри, что чистить. Угу. Нет, это просто несколько штук. А может, но, стойте, это не для унитаза. Посуду нет. А я вот буду что-то мыть. Может, это что-то чистить? Знаете, такое что-то забиваю. Это, кстати, вот эти пакетики, смотрите, это, видите, для холодильника, потому что нарисованы вот эти. Со мной, а что ты делаешь? Вот эти тоже. Ничего зубами. И два вот таких вот ведерка. Одно. Вот такие штучки. Это посуду мыть. Да, это что-то вот такое чистое. Щеточки такие. Да, одно такое. Это не ёршики. А что стекло написано? Странно. Это посуду мыть или что-то. О, да. И еще два ведра, смотрите. Это хорошие ведра в дом, шикарные. Ой, ой, класс. С собачкой. Класс. С собачками. Своими любимыми. Ой, с грибами, класс. Ой, это там и такие собирали грибы, польские, да? 9 литров, да, вот такие вот похожие. Класс. Красивые. Да, красивые очень. Боже, спасибо вам огромное. Замечательные.
Спасибо вам еще раз огромное. Всем зрителям, кто опять не верит, что это не мама выслала. Я думаю, я вам доказал, на коробках все написано. Вы можете посмотреть даже на каком языке написано. Я желаю моей родственнице счастья, здоровья, удачи вам. Спасибо вам огромное за все ваши посылки. Мне все очень понравилось, все пригодится в доме. Не обращайте внимания на комментарии, потому что ну, не все люди одинаковые. Кто-то судит по себе, и никто не понимает ни шуток, ничего. Поэтому я желаю вам всего самого хорошего. Спасибо вам огромное. Вы очень много всего выслали, все такое дорогое. Но все обязательно пригодится в доме. Удачи вам!